Физкульт-привет, мальчишки и девчонки! Каждое утро мы поднимаем вам жизненный тонус и настроение самой веселой в мире зарядкой. Зарядкой с чемпионом. Меня зовут Сергей Белоголовцев. И сегодняшняя наша зарядка будет посвящена любимому спорту россиян – фигурному катанию. Иван, скажи, пожалуйста, можешь ли ты изобразить ласточку? Постарайся, такой элемент фигурного катания – ласточка. Да, в общем-то, что-то напоминает ласточку. Машенька, а ты попробуй изобразить ласточку. Ого, какая ласточка, вниз смотрит ласточка. Настя? У Насти хорошая ласточка. Молодцы, идут. В принципе, правый фланг моей команды справился с заданием. А вас я попрошу изобразить пистолетик. Пистолетик – это когда одна нога прямая, а вторая сгибается и совершается приседание. А попробуйте, Анатолий. Так вот, вот как-то так, да. Ну, ничего. Алиса. У Алисы такой пистолетик. Ну-ка еще раз, Алиса, покажи пистолетик. Ну, такой. Похож на пистолетик. Евгений, ваш пистолетик. Хороший пистолетик. Ну, если честно говорить, есть куда расти и есть куда совершенствоваться. Если что-то не получилось, не отчаивайтесь, потому что вместе с нами сегодня нашу зарядку будет делать чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская. Ура! Ура! Мария Бутырская – самая изящная и элегантная фигуристка в мире. Известна своим балетным стилем. В ее репертуаре всегда было много классической музыки, которую Мария обожает. Шестикратная чемпионка России, призер чемпионатов Европы и мира, чемпионка мира 99-го года, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию. Сейчас Мария Бутырская занимается тренерской работой и воспитывает маленького сына. Ну что же, мои юные спортсмены, мои маленькие любители фигурного катания, вот Маша Бутырская, давайте ее поприветствуем. Здравствуй, Маша. Спасибо. Здравствуй. Здравствуй. Давай. О, вот так мы поцеловали. Я поцеловался с чемпионкой мира. С чемпионкой мира поцеловался, теперь не буду мыть эту щеку очень долго. Давай начнем нашу зарядку. Она сегодня посвящена, естественно, фигурному катанию. И для начала сделаем разминочку, да? Обязательно. Мы сделаем наклоны. Только нам надо немножечко с вами разбрестись, чтобы друг другу не мешали. Чуть-чуть расступимся. И поехали. Аккуратненько смотрите, чтобы вы наклонялись, да? И корпус был ровно параллельно полу. Раз. Вернулись спокойненько. Раз. Еще раз. Раз. Коленочки у всех выпрямленные, да? Машуля, скажи мне, пожалуйста, ты в каком возрасте пришла в фигурное катание? В 5 лет ровно. Пять лет, да. Маленькая была. Слушай, ну, а вот скажи мне, пожалуйста, вот говорят, что вот у спортсменов нет детства, они в 5 лет начинают тренироваться, в 3 года, в 4. Это так или нет? Ну, Сергей, в принципе, это близко очень к правде, потому что действительно в 5 лет и тренировки были действительно сложные. Как бы потом уже надо было совмещать школу вместе с тренировками. И, в общем-то, время погулять особо-то не было. Закончили первое упражнение нашей разминки. Давай второе упражнение. Теперь то же самое, да, только мы встаем, наклоняем свой корпус, да, руки. И стараемся теперь развернуться в правую сторону, в левую, посмотреть на ручку, которая находится наверху обязательно, проводить ее взглядом, да? Командуйте. Ну все, поехали. Да. В левую сторону начинаем. Сначала, да, исходное положение, наклонили свой корпус и поехали. И наверх смотрим. Раз, вернулись. В другую сторону. Смотрим на ручку. Так, что Машенька там у нас на потолке творится? Вот, и смотри, а вот на эту ручку смотри, глазками. А нагни вот, больше, нагни, молодец. Не стесняйся, нагни. Так, и смотри глазками сюда на вот, ручку. Вот, нагнула. Молодец, Машулечка, и молодец. Пошла, смотри, раз. Отлично, красиво. Вернулась. Как получается, раз. Ты прямо как фигуристка. Вернулась. Прямо как фигуристка сейчас такая. Вот все время вот в этом положении. Красиво, очень красиво, молодец. Не сгибай ножки, да? Чуть-чуть немножечко. Постарайся не сгибать ножки. Ой, так, хорошо. Молодец. Красиво у Маши получается. Замечательно, ребятки. Ребятки, молодцы. Спортивные у меня помощники, скажи, Маш. Ну, во всяком случае, стараются. Стараются. Да. А это самое главное. Это главное. Говоря языком фигурного катания,
мы откатали обязательную часть программы. Закончили нашу разминку, да? Теперь можем переходить к основной части упражнений нашей зарядки. Это у нас будет произвольная программа. Давай, Маш, с чего мы начнем? Ну, я предложу вам довольно-таки сложное упражнение. Мы справимся. Да, и для этого нам понадобится лечь на пол. Давай. Животом. Животом. Мы ложимся, вытягиваемся, да, в одну струночку. Руки у нас находятся впереди. Ножки дотянуты, да, у всех вытянули ножки и лежим. И начинаем вместе руки и ноги поднимать кверху одновременно. Это сложно. Здесь работают мышцы спины. Поехали, попробуем сначала. Давайте один раз попробуем, вот, а потом уже начнем все вместе делать. Хорошо? Три, четыре. А если у нас не получится? Опустили, спокойненько отдыхаем. Женька, да? Получается у тебя? У всех получается, молодцы. И теперь можно немножко прибавить скорость в темпе, сделать 10 раз подряд. Хорошо? Поехали. Может, 5, тетя Маша? 10. 3, 4, поехали. И раз, опустили. И два, опустили. И три, молодцы, как хорошо делали. 4, и 5, стараемся максимально, да, поднять ножки. 6, 7, 8, 9. И последний раз можем даже взять и зафиксировать немножко. Немножко подержим, 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 подержим. И опустим. Расслабились, отдыхайте. Отдыхаем, отдыхаем. Ну что, мы отдохнули, можем делать второе упражнение. Да, но сейчас мы качали мышцы спины, теперь предлагаю покачать пресс. Для этого нам надо будет просто-напросто перевернуться. Но лучше мы ножки сюда положим, да? Давайте. Что же это такое за упражнение на пресс? Мы будем рисовать нашими ногами цифры от 1 до 10. И давайте вместе попробуем. Нарисуем сначала 1, 2 и так дальше. Кто сколько сможет. Давайте рисовать 4. 1, 2, 3, 4. Хорошо. 5. Давайте теперь паузы сделаем. Немножко меньше между цифрами. Кладем и сразу нарисуем 6. Поехали. 6, 7, 8, 9 и 10. Единичка и ноль. Как же думаю, вы так делаете? Единичка и нолик. И нолик. Ну как вам упражнение? Устали? Серьезное упражнение, Маш. Давайте приступим к третьему упражнению. Мы не будем подниматься с пола, просто поменяем позицию. Мы сядем на коленочки. Сядем на коленочки, да, это исходная наша опять будет позиция. И будем садиться сначала в одну сторону, в левую, потом в правую. Вытягивайте ручки, чтобы мы были похожи на фигуристов. Поехали. Садимся. Ой! Садимся, садимся, да, Маша. А теперь из этого положения в нашу исходную позицию. Я немножко помог себе рукой. Оперся на лед. Дедакшн. Оп. Встали. Встали. Сели. Встали. Сели. Встали. Вот влево еще один раз. И, наверное... И достаточно. И давайте закончим. Давайте закончим. Сложное упражнение было такое. Фигурно-катанческое, я бы сказал. Мы откатали нашу произвольную программу. Считаю, сделали это блестяще. Да, Маша, как ты считаешь? По-моему, неплохо. Мне неплохо. Понравилось. Мне тоже понравилось. Мне кажется, пора переходить к легким показательным выступлениям. А в нашем случае успокаивать дыхание и потихонечку заканчивать нашу зарядку. Ну что, ну первое это элементарно, это глубокий вдох, да, выдох, расслабились, потрясли своими ручками, да? То есть вот только так. Все расслабленное, прям сбросили с себя все и потрясли. Вот хотелось бы увидеть вот
первую фазу. То есть вот так это делать? Вот так. То есть как лебедь, да? Как лебедь. И выдыхаем. Давайте, ребяточки, как лебеди. Давайте. Пошли крылышками вдоль, пошли вдоль крылышками. Наверх растянулись и бросили. И бросили крылышки, бросили. И опять пошли такие. Мышцы расслабленные, да? И еще разочек. Глубокий вдох, вытянулись и сбросили. Хорошо. На этом все фигуристы, которые сегодня присутствуют в студии, закончили свои показательные выступления. Скажи, пожалуйста, а вот когда фигурист заканчивает танец, как он показывает это, как он благодарит зрителей, судей? Есть какие-то специальные моменты у вас? Ну, наверное, это не совсем специальные, скажем так. Я думаю, что и артисты в театре, и певцы на сцене. А мы не только когда заканчиваем соревнования, но и когда заканчивается тренировка, мы обязательно выражаем свою благодарность тренеру, да, ну и делаем поклон. Поклон? Да. Покажи, пожалуйста. Вот, ну, девочки делают вот так вот. Очень красиво. Спасибо. Вот, а стараюсь сейчас научить мальчиков, да, шаг в сторону вместе с рукой. И обязательно поклон. Замечательно. Мальчики, девочки, запомнили? Давайте сейчас поблагодарим нашего тренера. Друг друга вообще за то, что да. мы... Да. Ну, прежде всего, нашего тренера, чемпионку мира, очень красивую женщину, Машу Бутырскую, за прекрасную зарядку, которую она для нас провела. Давайте. Значит, мальчики, в сторону, поклон, поклон. Девочки, Книксон, давайте. И очень красиво. Спасибо. И давайте поаплодируем Маше. Поаплодируем. Спасибо. Спасибо огромное, Маша. На этом наша зарядка с чемпионом закончена. Мы прощаемся с вами. Дружите со спортом. И обязательно ждем вас на следующую зарядку с чемпионом. Пока. Счастливо.